При первом знакомстве Nissan Sentra может показаться больше, чем он есть на самом деле. Продиктованные аэродинамикой плавные линии, на которых базируется его дизайн, визуально удлиняют кузов. Кроме того, ему добавляет солидность и эффектная диодная светотехника. Однако в действительности Nissan Sentra имеет оптимальную для городского автомобиля длину. Чтобы успешно справляться с любыми транспортными задачами, Nissan Sentra оснащен надежным современным двигателем, бензиновой рядной четверкой и рабочим объемом 1,6 литра. Однако главное в Nissan Sentra все-таки салон. Отделка интерьера предлагает и качественные мягкие пластики, и в максимальной комплектации кожаную отделку сидений. Однако уже в базовом варианте покупатель получает и кондиционер, и электрические стеклоподъемники, и подогрев сидений, и пару передних подушек безопасности, и даже центральные подлокотники. Итак, перед нами традиционный, понятный и все же невероятный автомобиль. Он предлагает и комфорт в самом традиционном понимании, и новейшие технологии. Это автомобиль, который действительно способен ответить вызову не только настоящего, но и будущего.